Вот продолжаем сегодня 4 октября собирать свой урожай на огородике у нас возле лагерного пруда. Вон сидят вороны. Вот. Вот Никита морковку собирает уже. Уже Игнатий Ильич выкопал, мы ее обрезали. Сейчас вот он, Игнатий, занялся капустой. Только кочаны катятся. Гуси-то ушли. Да, они погонят домой. Там, на берегу. Пошли, да? Недозрелая. И все одинаковые. Ну, этот край вообще поменьше. Вот это хороший. Ого! Пустотелый еще. Самый скажем. Еще рыжка пустая. Во! Капусть это жевала капусту нашу. Вот и все. Лето кончилось, капуста. Поехали в город к нам. У нас есть сестры хорошие. Ты познакомишься с ними. Это на севере там народность такая. Они говорят, ты капуста не обижайся. Вот я тебя режу, тебе больно, но нам тоже жить надо. Это уже так ты мереть установил. Вот так.
О, грязненькая ты капуста. Ребятишки будут радоваться. Ты не обижайся, капуста. Дерево рубят, а нам лодка нужна рыбу рубить. Ты, дерево, не обижайся на нас. Будь хорошим деревом. Вот Геворкян приехал. Режиссер, он снимал у них. Ой, для чего там хорошо? Такая связь с природой. Да какая связь? Зависимость. Связь с природой. Пуповина. И жил там целый год или больше, все снимал. Как они нерпу там дохлую нашли, тащат ее волоком, как едят. У них больше ничего нету. Как там какой-то приходит, как в виде домового, развратничает. Ой, так хорошо у них. Я говорю, ты безбожник. Как-то мы с ним ехали, он на Благовестие с нами поехал, ходил. Вот вы, наверное, считаете, как меня, умным или нет? Я говорю, более дурного даже не встречал нигде. Ой, он тоже в Санкт-Петербург звонит. Меня тут за такого сумасшедшего дурака считают и то другое. А потом прошло минут пять, давай обниматься, что? А вы из староверов? Я говорю, мы православные, у нас священник есть. Ну, родились по дедам-то. Так у меня тоже там есть. А это уже забыл, как будто не было. Интересно, режиссер. И темы нету. Нету. А тема должна быть. Тема. Мы думали, я был советником по постановке фильма «Оглашенный изведите» у Малашина. Вот так. Все, давай, голубенька, собирай.